Это удивительная история, пронзительная, о жизни маленькой девочки в блокадном Ленинграде. Она жила там вместе со своей дружной семьей. И это воспоминание о тех нелегких испытаниях, которые выпали на долю многих ленинградцев, которые оказались в условиях блокады. Итак, отрывок из книги Геннадия Черкашина «Кукла». Еще помнила девочка, как они с мамой ходили с санками и с ведром и бидончиком на Неву, к проруби за водой. Она помнила, что в одном месте на проспекте на боку лежал трамвай. Большой, заиндевевший, присыпанный снежком трамвай с прижатой к крыше дугой и заиндевевшими колесами. «Что это с трамваем?» – спросила девочка. «Он что, спит?» «Да», – сказала мама. «Он как наша соседка. Она легла спать и не проснулась». «Почему наша соседка не проснулась?» – спросила девочка. «У нее уже не было сил проснуться», – сказала мама. И она замерзла. Возле проруби было очень скользко от расплескавшейся и сразу же замерзшей воды. И мама говорила: «Сюда надо приходить на фигурных коньках, а не в ботах». Хорошо было, когда лед присыпало свежим снегом. Тогда никто не поскальзывался и не падал, и не ронял в прорубь своего ведра. Одна бабушка уронила в прорубь свой бидончик и заплакала. И мама ей сказала: «Не надо плакать, вот, возьмите наш, у нас дома есть еще один». «Я вам непременно верну», — сказала эта бабушка. «Мы ведь еще и не раз с вами здесь встретимся». Но девочка больше никогда не видела этой незнакомой бабушки, потому что вскоре мама, вернувшись с работы, сказала, что ей поручили вывести из Ленинграда по ледовой дороге ребят и что нужно немедленно готовиться в дорогу. «Я возьму с собой Машу», — сказала девочка. «Нет», — сказала мама, — «Маша останется дома». Девочка заплакала. Так ей не хотелось расставаться с Машей. «Твоя Маша займет много места», — сказала бабушка, вытирая у нее слезы. «И в машине не хватит места какому-нибудь мальчику или девочке. Пусть Маша остается с нами. Нам она будет напоминать о тебе. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась девочка. Она запомнила ту ночь. Мокрый снег, который залетал под платок и залеплял глаза. Взрывы бомб впереди, завывание мотора, плач какого-то мальчика, шепот мамы: «Потерпите, ребята, уже недолго осталось. А когда мы приедем, то всех вас напоят сладким горячим чаем». А вот что было дальше, девочка не помнила. Не помнила, как они ехали в поезде, и как оказались в городе Мышкине на Волге. Все это время она болела. У нее был сильный жар, воспаление легких.